Протяженность дороги по улице Спартаковской в Старых Химках более полукилометра. Каждый день ей пользуются сотни автолюбителей. Здесь заменили асфальт, отремонтировали тротуары, обновили плитку и бортовой камень. Установили лежачего полицейского, чтобы проезжая часть стала более безопасной для пешеходов. Готовность данных видов работ 90%. Ориентировочный срок завершения 10 июля. На Вашутинском шоссе заменили бортовой камень, асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах. Ремонт идет и на сходне. Асфальт обновляют на улицах Первомайской и Маяковской. Один участок готов практически полностью. Замена дорожного полотна произошла. Соответственно, второй участок, готовность 30%. Все работы происходят в рамках составленного плана графика работ. Соответственно, ориентировочная готовность 15 июля. Меняют дорожное покрытие и благоустраивают прилегающую территорию в кварталах Свистуха и Вашутина, а также в деревнях Жилино и Саврасово. Ремонт запланирован на 10 участках, а это 11,5 километров. На сегодняшний день полностью готовы 6 из них. После экспертизы качества работ специалисты нанесут линейную и пешеходную разметки.